Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 14 марта 2017 года, стоит солнечный денек, и мы построили теплицу Уральская VIP. Ракурса-то нет удобного у нас. Шириной 3 метра, длиной 6 метров. Сейчас про комплектацию, потом отойду подальше. По торцам установлены разрезные двери, форточки. Также установлен торцевой резиновый уплотнитель. По периметру установлен торцевой профиль с перфолентой. Сама конструкция у нас сделана из профильной трубы. Торцы из трубы 20 на 20. Арки из трубы 40 на 20 и подпирающая арка 20 на 20. Арки выполнены в виде ферм. Что обеспечивает очень высокую прочность данной конструкции. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком. Далее, что у нас в этой теплице есть? У нас есть два форточных блока. По одной форточке из каждых оборудован автоматом. То есть два автомата на 4 форточки. Остальные две форточки с ручным приводом. И установлена у нас система подвязки. 4 нитки на всю теплицу. Две посередине и по одной на каждую сторону. Сейчас подальше отойдем, снимем. Дальнего ракурса. На этом все. Ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Всем пока.